Французька весна в Україні наближається невпинно. Вона цього року вже 15-та. Особисто розповісти про особливості цьогорічної програми прибув аташе з питань культури посольства Франції в Україні пан Маті Арден. І з перекладом допомагає чарівна Майя Гарькова. Отже, доброго вечора. І перехожу на русский для того, щоб більш удобно було общатися з нашим французьким гостем. І так, 15-та, юбілейна. En quelque sorte, oui, c'est un anniversaire, il faut bien le dire. Да, нужно заметить, в каком-то плане это юбилейная французская весна в этом году. Чем планируете удивить всех тех, кто этим мероприятием заинтересуется? Vous savez, d'abord, j'aimerais dire que... Изначально я хочу сказать, что 15 лет – это такой длинный период для фестиваля, для существования фестиваля, что показывает тем самым тесную связь Франции и Украины. Программа французской весны и фестиваля в городе Днепро начался 14 лет назад, так как в этом году это 15-я французская весна. И этот фестиваль проводится благодаря нашим надежным партнерам Альянс Францез Днепро. А также, конечно, благодаря многочисленным нашим партнерам в культурной деятельности и также в экономической, благодаря которым город и жители города могут наслаждаться этим фестивалем из года в год. Я могу рассказать более детально о программе 15-й французской весны в этом году. Французская весна в городе Днепро начнется выставкой молодой артистки, молодого фотографа Аделин Кель. Это молодая и очень талантливая фотограф, которая получила множество разных наград за свою работу. Проведение выставки было выбрано и Альянс Францез города Днепро, а также галереей Арцвит, в которой будет проводиться непосредственно эта выставка. Эта выставка называется «Возглавим обнаженное тело женщин». Красивое название. Я хочу заметить и сказать, что на французском языке в названии есть некая игра слов, потому что как бы мы возглавляем обнаженное тело женщины, но и также мы хотим отдать должное телу женщины, потому что это очень глобальная философская тема. И нужно заметить, что на этой выставке вы увидите обнаженные тела, но тела в своей непосредственной и индивидуальной и натуральной красоте, потому что сегодня есть определенные каноны красоты, которые мы видим в глянцевых журналах, на экранах и тому подобное. Но на данной выставке будут представлены картины и работы тела женского, которые прожили определенный период жизни и показываются в непосредственной своей индивидуальной красоте. Как долго эта выставка будет? Эту выставку можно будет посмотреть с 13 апреля по 19 апреля в галерее Арцвит. Вход свободный для всех жителей города. И я хотела бы сказать, что эта выставка несет в себе подтекст и размышления о канонах красоты на сегодняшний день. И мне бы хотелось, чтобы искусство не только нас радовало, но для того, чтобы поразмышлять на глубокие философские темы. Мати, вы сказали, что женское тело – это философское такое понятие. Но если отталкиваться от философии, скажем так, славянской, то красивое женское тело не может не сопровождаться с рядом с настоящим сильным мужчиной. Как во Франции в этом вопросе? Конечно, развивается общество французское очень быстро, и отношения между женщиной и мужчиной также развиваются. Сегодня общество французское немножко изменилось, и отношение мужчин к женщинам также поменялось, потому что сегодня женщина хочет быть свободной, и она не всегда воспринимает негативный взгляд мужчины. Женское поведение в обществе изменилось, потому что не хотят на себе нести и чувствовать мужскую ответственность какую-то. Они хотят быть наравне с мужчинами и быть даже иногда более свободными, чем мужчины в обществе. И они хотят быть tout comme un homme le fait aujourd'hui dans la société contemporaine, avoir une liberté et ne pas supporter la pression masculine. Итак, предлагаю перейти к кинозарисовкам, которые ожидают зрителей
французской весны. Кино занимает большую часть в культурной программе французского института, а также Альянс Францез города Днепро, потому что мы знаем, что украинская публика любит кино. Как и каждый год, этот год не исключение, будет «Ночь короткого метра». Хочу сказать, что «Ночь короткого метра» в этом году будет 14 апреля в арт-центр «Квартира». И, как и каждый год, мы стараемся показать, что краткий метр – это тот жанр и тот вид фильма, который может быть динамичным, интересным, в котором переплетается и комедия, и драма, и иногда трагедия, и исторические фильмы. И «Ночь короткого метра» очень уже полюбила публика и с удовольствием ждет. Также будет вторая часть программы «Кино». Это роман с кино. Фильмы там будут на литературную тематику. Иногда это фильмы, поставленные на романах, иногда на комиксах. В программе будет представлено 5 фильмов, но мне бы хотелось остановиться на фильме, который называется «Розали Блюм» Жульена Рапно, который действительно очень интересный и близок и дорог моему сердцу. Так как речь идет о женском персонаже, поэтому это задевает мое сердце. Мы также остаемся в тематике отношения мужчины и женщины, и в этом фильме непосредственно можно увидеть сюжет, который построен на женском персонажа. Все фильмы, которые будут представлены французской весной, это с дубляжом или на языке оригинала? Безусловно, фильмы будут на языке оригинала, на французском языке, потому что для нас это важно, чтобы люди могли услышать мелодику французского языка и прикоснуться к нему, послушать и понять смысл. Но фильмы все будут с украинскими, хорошим переводом, качественным, для того, чтобы люди, те, которые не владеют языком, могли насладиться фильмами и понять идею и детали фильма и сюжета. О кино поговорили, о фотографиях тоже, о музыке, песне. Безусловно, музыку тоже не обошли стороной в этом году. Будет 2 концерта. В первую очередь мне хотелось бы поговорить о джазовом концерте, который мне лично очень нравится. Это трио Панасян, который родом из французского города Тулузы и приедет в турне в Украину в городе Днепро. Это будет 19 апреля. 19:00. Также будет концерт под названием «Ля Матильда». Это рок альтернативный и такая музыка, которую мы называем музыкой сегодняшнего дня. Представлен будет 5 очень симпатичными и талантливыми музыкантами. Динамичный альтернативный эмоциональный рок. Я хочу поставить такой акцент на том, что музыка на высоком качестве, но также и слова, и идеи песен, потому что часто в этих песнях мы видим персонажи, личности, люди, которые прожили определенный момент жизни, которые прожили иногда сложную жизнь, которые страдали. Программа построена на том, чтобы искусство было не только для развлечения, а также для того, чтобы подумать на темы глобальные общества и на темы, которые достаточно сложные. Я хочу сказать, что музыканты, будто трио Панасян или музыканты из коллектива «Ля Матильд», когда вот приедут и будут показывать свои творения, да, они готовы идти на диалог с публикой, будто это до концерта, либо после, для того, чтобы обсудить те темы, которые они поднимают в своем творчестве, в своих песнях. Если говорить о желание ознакомиться со всей программой, которая будет проходить «Французская весна» 2018 в Днепре. Где ее можно посмотреть? Более детальную программу можно найти на 3 сайтах. Это сайт посольства Франции в Украине, Французский институт в Украине и Альянс Францез город Днепро. Если говорить о франкомовных театрах, будут ли они в этом году? Конечно, мы всегда стараемся создать программу «Французской весны», чтобы она была как можно разнообразнее, и театр в этом году тоже присутствует. Будет у нас концерт для 2 клоунов. Я лично видела этот спектакль уже в одном из самых больших театральных фестивалей во Франции, в городе Авиньон в 2013 году. И этот фестиваль получил награду, премию зрительских симпатий. Это спектакль, который получил премию du public à ce festival off d'Avignon. Мотивируйте наших зрителей, почему не стоит пропускать «Французскую весну» в Днепре 2018.
Pourquoi? Mais c'est évident. Почему? Безусловно, потому что это некий доступ такой в культуру, Франции, а также это доступ и возможность пообщаться, обменяться мнениями между украинской публикой и французской публикой. К сожалению, сейчас мы живем в сложном мире, и Украина не исключение. Мы переживаем очень сложный и болезненный период, но я считаю, что фестиваль «Французская весна» в Украине – это хороший момент для того, чтобы разделить радость, счастье и прикоснуться к искусству и творчеству. Мой вопрос к вам. Чего вы боитесь пропустить во «Французской весне» и чего вы от нее ждете? Я к радостью и к своему, сказать так, удовольствию не пропущу ни одно мероприятие, потому что непосредственно мы задействованы в программе, да, и в организации. И я всегда жду с нетерпением, и для меня это очень приятный момент. И, к сожалению, готовимся очень долго, но проходит это как одно мгновение. Матье, приглашайте наших зрителей. Mes chers téléspectateurs, nous vous invitons donc à partager avec nous ces grands moments de culture, d'échange, ces grands moments de bonheur ici à Днепро, dans cette ville magnifique de Днепро. Дорогие зрители, я с радостью хочу вас пригласить разделить этот момент радости на фестивале «Французская весна» в таком замечательном городе, как Днепро. И мы вас ждем с нетерпением и в большом количестве. Знаете, хочу заметить, что в 2017-м, середина апреля, запомнилось чем? Большим снегом. Я надеюсь, что «Французская весна 2018» будет с очень хорошей погодой. Спасибо, что нашли возможность и оказались у нас в гостях. Ну, а глядачам 9 каналу, нагадаю, що у нас у гостях був аташе з питань культури посольства Франції в Україні пан Матьє Арден і допомагала йому з перекладом чарівна Майя Гарькова.